А статья Путина, знаете, мне напоминает кто-то образное сравнение. Тоже сравнил, но вот мне кажется, это очень точное сравнение. Когда мы все время называем их партнерами, там, не знаю, кем угодно. Но вот получилось так, что Путин как бы зашел в это собрание и сказал: ребята, а вы, между прочим, все бандиты и убийцы. Раскланялся и ушел. Они остались в этом положении думать, что это было вообще. Поэтому и реакция такая на статью, да, штампами, переписывание истории, там, сказать, Сталин там плохо. Ну, то есть, они пока другого не могут ничего выдать. Все вот то же самое просто. Но вещи-то названы были четко и понятно, кто есть кто и как это будет. Переписывание истории, да, если хотите, переписывание той истории, которую Трамп в Твиттере пишет, что они вместе, так сказать, Соединенные Штаты и Великобритания победили во Второй мировой войне. Примерно если вы хотите эту историю, Союза, то однозначно да. Мы ее будем переписывать и говорить правду, как она была. А та вот она уже написана, ту, которую вы цитируете? Конечно, она написана. Больше того, заметьте, как они все это делают точно. Что, например, как только начинается о победе во Второй мировой войне, Великой Отечественной, Сталин, это там ужас там и так далее. И все это проецируется на Путина и на нас. Но почему-то никто не проецирует Гитлера на Меркель или на немецкий народ. Вообще такого нет, заметь. Но это происходит. Поэтому, конечно, мы должны постоянно и методично об этом им говорить. А сегодня вот эта вот статья... Мне представляется, это водораздел определенный. Когда подлецов стали называть подлецами. И... Это хорошее дело. Да, не, ну конечно, а как? Да, такого же не было вообще.